Состоялось очередное заседание собрания депутатов Амурского района о внесении изменений в устав Амурского района Хабаровского края. Более подробно смотрите далее. На заседании были вынесены основные вопросы о внесении изменений в федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Изменения коснулись контрольно-счетных органов, руководители которых теперь будут отнесены к выборным должностным лицам. Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового управления его квалифицированным требованиям будут осуществляться при участии Министерства финансов края. Напоминаю, что на комиссиях вопрос рассмотрен, проект решения внесли в собрание депутатов. Значит, у нас изменения в устав Амурского муниципального района вносятся в соответствии с изменением федеральных законов 376 закона федерального, который внесены изменения 19 ноября 2021 года, 95 закон по контрольно-счетным органам изменения и 492 закон о внесении изменений в федеральный закон об искусственных земельных участках, созданных на водоемах. Закон Хабаровского края о регулировании и организации деятельности контрольно-счетного органа был дополнен порядком материального и социального обеспечения должностных лиц контрольно-счетного органа. Кроме того, были утверждены изменения в федеральном законе об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности. Принятие изменений в устав Амурского района утверждено и опубликовано в сборнике нормативных правовых актов. Анастасия Козырева, Максим Козырев, телеканал Амурск.